Он тяжелый, я не смогу его даже потянуть. Там втроем его переставляли. Да, сколько? Всем привет. Не, мы сегодня вместе. А почему к лесу ходишь с проектами? Ты поправился? Нет. Я просто... Ну, мышечная масса переросла. И Макс бьет собаку. Нет. Я тебя сейчас нахуй заблокирую, блядь, похну. Нахуй иди. Долбоёбка, блядь. Блокирую, где тебя троллили с этой. Нет, мы с вами не вместе. Ну, тебе Моншин. Сколько раз ты спросишь? Ну, эпохи. Ну, сейчас упадет. Ну, Васип, здрасте. Якутск, привет. Короче, так. Общаешься с Настей Стэц, да? Кстати, Настюха очень грамотная девочка, и хочу сказать то, что она, ну, помимо того, что она как человек приятная, да, Германия, привет, она еще плюс ко всему профессионал в психологической помощи. То есть она реально психолог, который, ну, может зарядить и помочь. Я абсолютно за это общение. Давай. Читать, короче, из Крыма. Привет. Когда будем наблюдать за твоей счастливой love story? Не знаю, когда девочка придет ко мне хорошая. Давай. Звони туда. О, почти сюда, чуть ближе. На старое. Спасибо. Бери, будешь? Казахстан, привет. Интервью по телевизору, так. Нельзя, наверное, что. Ты красиво, свободно. Нет, с вами не вместе. Пицца была импровизация такая. Импровизируемая. Да, угощаю, конечно. Ну, спасибо, друзья. Да, блин, отстань, пожалуйста. Чушь заключается в том, что мы с тобой общались, и ты мне каждый день пишешь и говоришь, а почему ты мне не отвечаешь? Да потому что, ну, я никому не отвечаю, в редком случае, а это идет претензия. Поэтому я не имею желания общаться с людьми, которые... Ты ответил раз, а они начинают тебя заебывать. А почему ты мне не отвечаешь? Понимаешь? Вот и все. Ну, по-моему, как еще яснее объяснить?
Ну, скорее с Глебом, если общаешься. Да. Не, с Глебом, да. Ну, пара только Клава. Нет, не Саня. Обычная печка. Нет. Возможно. Буднестрой, привет, привет. Можно прийти на проект, приходите. Угу. Не, не курю. Курю, когда выпью только. Ну, слушайте, оцените эти провокационные вопросы про Криса. Спасибо, я тоже, Муртазаев. Крым, привет. Как тебе бой Черкасов? Я не смотрел этот бой. Мне не интересен Черкасов. Не слежу за его жизнью. Никогда не спит. Пача, да, хотят выгнать. Где все? Ну, где-то здесь. Хочу, конечно. Да. Давайте подарочек из Америки, потому что да не нужны мне подарочки, спасибо. Иоанна, привет. Нет. Круглосуточно снимать. Даже сейчас, сейчас снимаю, да. Чуны проект, Иркутск, привет. Аня, с кем сейчас, не знаю. Там отлично на поляне. Я вообще не должен сейчас общаться. О, Артурчик, привет. В Новосибе был, ну, давно. Проездом. Почему я не в настроении? Я всегда в хорошем настроении. Наиприятнейшего у тебя аппетита. Жалко там футболочку с Америки, флаг там. Обалдеет. А с американским флагом. Ну, фиг знает. Даже если бы эта футболка была от, с подписью там президента, да, Америки, я бы ее не одел. Поэтому не имеет смысла. Бон аппетит, Данка. Олегу привет. А, Олегу это барыга, который что? Откуда я знаю, какому Олегу? Может, он маньяк-убийца? Ну, женщины, прекращайте. Что так тихо там у вас? Казахстан, то из какого города? Хорошенький, Леша, спасибо, привет. Все, короче, я поел. Твое сердце занято? Нет. Блядь, грустный.